Чем заняться в парке летом? Покататься на самокате? Так, тепло. Устроить пикник? Теплее. Послушать новости? Горячо. А если все и сразу? Ну просто жара. Будьте в курсе актуальных новостей и интересных событий из жизни города. Новостное вещание телеканала «Москва-24» из парка искусств «Музеон». С 11 июля по 7 августа по будням. При поддержке платежной системы «МИР».